Недвижимость в Турции, Paradise Alanya. Если вас интересует именно недвижимость в Алании, звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. Вас приветствует Агаси. Для вас нашел очень хороший видовой 2 плюс 1 под ВНЖ и под ключ. Квартира после иностранца, после европейца, так скажем. Так, я показал вам, как я вижу глазами, вот так все видно. Рядом идет строительство, максимум будет строиться год, год и два месяца максимум. Вид у вас не закроется, потому что разрешено строить до вот этого здания. Тут вид останется открытым, глазами это видно так. В этой стороне вид останется. Тут запрещено строить, как бы здесь склад, мрамор. Всегда будет стоять мрамор. Застеклен большой балкон. Вид на горы. Глазами я вижу это вот так. Рядом есть инфраструктура, там сеть магазинов А101, Мигрес, рестораны, почта и тому подобное. Хорошая локация района Тосма. До речки Ди максимум 550 метров. До моря максимум 400 метров, так как вы отсюда ее видите. Вот даже машины видны. Сторона юго-восточная. Минимальный квадратный метр здесь 95 квадратных метров. Я все снимаю на ходу. Никакой подготовки, чтобы понимали. Ротанговое дерево. Стол, стул. Есть открытая парковка, генератор, бассейн. Вы можете упустить этот вариант. Это одна из хороших вариантов сейчас на данный момент на этом рынке, который подходит под ВНШ. Хорошая планировка. Два спальни, две санузла. Два санузла. Есть фишка. Жмете, лифт поднимается. Пока здесь одеваете свои носки, обувь. И лифт идет наверх. Педикюр, медикюр тоже не забываем. Спальня. 12,5 квадратных метров. Кондиционер старенький, нужно поменять. На два дня цена 185 тысяч евро. Может измениться. Цены изменяются, мне приходится потом ролики удалять. Труд идет в воздух. И редко снимаю. У меня много хороших вариантов. Вам нужно только приехать в Аланию, позвонить мне или заранее позвонить до приезда. Я вам подготовлю портфель. В декабре, в середине декабря я уезжаю на родину, в Баку. 10-13 дней меня тут, 13-14 дней меня тут не будет, но у нас в компании есть ребята, наши сотрудники и друзья тоже помогут вам в оформлении всех документов. Вы только позвоните, остальное все я сам организую. Вторая спальня, минимум 15 квадратных метров. Этот шум закончится, это на данный момент 2 месяца максимум будет звонять. А потом уже будут строить, и шума будет меньше. Все, планировку показал, квартиру вам показал. Идем вниз. Ну, давайте отсюда вам покажу. Вот у нас открытая парковка, детская игровая площадка. В той стороне бассейн, генератор. Также вот отсюда вид. Всем пока-пока. Айдат 500 лир.